Всем привет, дорогие зрители. Сегодня я спрятался от солнца, хотел снять ролик прямо скрытого бассейна проекта, квартиру, которую я здесь нашел. Быстренько отсниму, что здесь есть скрытый бассейн вот такой. Айдат, здесь 125 лир. Темновато, ну, там маленькая джакузи. Поднимемся мы на первый этаж. Присутствует два лифта. Два лифта. Пройдемтесь. Вот такой здесь просторный сад. Есть беседка, зона барбекю. С этой стороны у нас открытая парковка. Продолжается в ту сторону. И генератор также есть. Проект находится почти рядом на Барбароссе. Вот за этим зданием улица Барбаросса. Вот там у нас вход. Жарко, сложно снимать. Так. Здесь у нас санузлы. Вот зонтики, шезлонги, все при своей, бассейн открытый. Рядом есть мечеть. И зона барбекю, беседка в той стороне. Поднимемся на квартиру. До моря максимум 230-250 метров. Поднялись на 11 этаж. На этаже у нас 7 квартир. Вот такая лестничная площадка и 3 в той стороне. Здесь лестница, пожарный выход. Вот наша квартира. 168 квадратных метров. Нужно переехать, обставить и жить. Вот такая здесь керамика. С правой стороны у меня санузел, форточку стоит у нас, горшок. Так, здесь у нас как бы отдельная кухня. Вот такая гостиная, почти совмещенная с кухней. Здесь также застекленный балкон. Какой интересный план у этой квартиры. Вид на горы. Этот вид никогда не закроется. Античный город Наула. Столешница у нас мрамор. Так, здесь у нас с двух сторон выход на балкон этого этажа. Огромный просторный балкон. Вид также на горы. И на море, дорогие зрители. Вот наше море, вид не закроется. Сами оцените балкон, какой он просторный. Поднимемся теперь на второй этаж. У нас, значит, один санузел на первом этаже. Здесь у нас кладовка. Такая кладовка. Стиральная машина, кажется, туда можно поставить. Да, есть. А здесь можно даже освещение подключить. Лестница у нас мраморная. Здесь такое место для аксессуаров. Вот такая лестничная площадка здесь. Такая маленькая прихожая. Здесь у нас еще один санузел. Кажется, два санузла у этой квартиры. Одна на первом этаже, одна на втором. И спальня. Вот это наша первая спальня такая, просторная, не маленькая. 14-15 квадратных метров. И балкон такой. Тоже с видом на горы. На античный город Наула. Этот вид никогда не закроется. И гору вид никогда не закроется.
рядом есть парк, это мечеть, в той стороне у нас парк, улица Барбаросса там, 30 метров на расстоянии от этого здания. Вся инфраструктура присутствует до моря, как я сказал, с моего места максимум 220 метров. И вот такая у нас вторая спальня. Постель можно, кровать можно там поставить или с этой стороны. Но место уже стоит, вот кровать стоит в этой стороне. И выход на террасу. Уже как бы стоит у нас зонт, тут сделано, навес уже сделан, не нужно тратиться. Вот такой вид. Просто думаю, что вау. Цена очень хорошая, которую я сейчас скажу вам. Вот такая терраса. Юго-восточная сторона. Это восточная сторона, это сторона южная. Так, теперь подведу итог этой квартире. Значит, проект сдан в 2016-2017 годах. 4-5 лет уже проекту. Айдат здесь 125 лир. Квартира находится на 11 этаже, это как 12-13 этаж. Вид вы уже увидели. 168 квадратных метров, 2 плюс 1 трехкомнатная квартира. Цена этой квартиры 105 тысяч евро, дорогие зрители. Нужно купить мебель, обставить бытовую технику. Обойдется где-то 3-6 тысяч евро. Также мы занимаемся постпродажкой, можем помочь вам. Выгодно обставить, даже отремонтировать, как вы хотите. Здесь ремонт не требуется, может быть косметический ремонт, 100 евро, 200 евро максимум. Все, желаю всем добра, здоровья, счастья, благополучия, крепкого здоровья, побольше позитива. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.